Даже двери такие старые сохранились. Это Гавельский рынок. Здесь самые дешевые сувениры. Тут два ряда. Так, на любой вкус и кошелек. А там вон шарманчик играет старенький. Сколько такая шкатулочка? Людвиг ван Бетховен, Love Story. Ну, то я смачки по 108. Але то так каждый. Ну, ще не було. Вообще, ніде не то, не ще. Леденцы такие. Шоколадки. Цены не меняются уже 2 года. Одни не съезжи. 100 грамм, 550 крон. Ресторан нет, уже не китайский. Да, конечно. Это такая барахолия. 1790 только чашечки. Это помнишь? А фирменном магазинчике такие бусики уже 1050-550 крон. Ступенечки, а там циферки, буковки прорезаны. Спина, спина. Руки. Спина, плечи. Ой, как классно по Праге утречком гулять. Совершенно другая атмосфера, так красиво. Нету китайцев. Ой, малолюдно. Просто супер. В общем, нашли логово масонов в Струнистве Химия Советельстве. Там вон вверху эти грифоны. Тут циркули всякие. Все вот эти масонские метки. В общем, тут недалеко Карлов мост, к которому мы направляемся. Самую узкую улочку посмотреть. Ну, уже 11 утра, там, наверное, уже толпа. Надо было раньше приезжать. Да. Вон там ратуша с еврейскими часами, которые идут против часовой стрелки. Вот такая прелесть. Размалевала. Ночной спортзал, вы в це вірите? Ай-яй-яй. Ага, висипали крихточки. О, прикольно, голуби тут это, кормять чаю самі. Прикольно, владелець машини знайшовся. Композитор знаменитий чешський. Дуже хороше у нього розведення. Тут така от дамба. Лебеди плавають. Це на цьому острові ми лебеди тоді кормили. Ой, хорошо утречком.
класс. Сейчас морозно, ноль градусов, но солнечко светит и хорошо, и уже лучше. Другая атмосфера за солнцем. Так, вот тут еще воно внутри греется разом с чайками. Такая паренька в шубке. Чешский хрусталь, журавлик. Очень дорого, дорого, дорого. По 6 тысяч, по 4 тысячи. Такая ручка интересна, в форме кусочки. Уличку. Да-да, все только. Она по правую сторону от Карлова моста, если идти с центра. Спускаетесь. Чертовка. Там пісничні мальчики. И тут справа, там не доходя до пісничних мальчиков. Сама узка уличка. Орієнтир музей музика. Сюда. Ой. Буде закрита з 13 февраля. Ну, в общем, вона така. Тут не сильна і длинна. В общем, ось уличка. Ждемо, поки відкриють. Поки їмо протеїнові батончики. Лавочки тут теж аутентичні такі. Змеючка з таким хвостиком. В общем, ніхто не прийшов, не відкрив вулочку. Ми зробили вивод, що нет смысла ждать, тому що вообще эта вся улочка, это не улочка, это просто пролет между двумя домами. Так що можете сюди не йти, нічого тут особливого нету. Йдемо далі до чорних голожопиків. Мы решили обойти с обратной стороны. Ну тут тоже все печально, оно даже горщик разбило, валяется. Короче, закрыто все. Ну тут такая превосходная тоже смотровая площадка. Так хорошо. Ой, наверное, весной тут вообще обалденно. Такая пражская Венеция тут. Это остров на самом деле. Остров Кампа. Вот это вот. Прямо. Курде. Короче, монумент писающим мальчикам, но я буду их снимать с этого ракурса. Ну, примерно вы знаете, что они там делают. Всё, нашли на узбережье кусок богемского кристалла. Кристаллю, справжня богемия, дивіться, як блищить. Треба тільки його отточить і будуть вусики. Подмивала. Цю бруківку капець, больно йти. Це не покривало, це просто сучасно вкладали, це не стара. Да. Бачиш, вона різнобой. Це різна. Больно йти по такій дорожці. Ой, тут лебеді в люди кормлять, тут теж можна перейти. От туди на острів і оце сюди. Бачиш, різне. Різнобой поставили, боюсь. Кто хочет фото с лебедями или с голубями, вот сюда. А что спешишь? Do not touch us. Не чипай ты меня. Короче, кормят лебедей булками белыми. Не знаю, это последствия. Працює, а не мотором. А це просто лодка. Це гондольєр. Хіба що перша буде на слово. Так. Так.
Это мы под мостом идем на остров. Это все остров. Остров Кампа. Самый красивый считается. Правильно. Ага, бач, вот эти вот деревянные роблю для того, чтобы ничего не было в стену, именно в мист, чтобы не руйнувалося. Ну и так такая форма обтекаема, бачиш, все, что, але чтобы лишнее еще не было. На лодочке покататься стоит 250 крон. Ой, так хорошо, люди тут прям классно. Ой, кто живет в Праге, обязательно гуляйте, а не лежите на диване, не смотрите сериалы. Тузик прикольный, вообще один тузик. Вот женщина-умничка. Она купила в Теско микс салата и годує пташок нормальною їжею. Ну все, бігом, бігом, бігом до цієї жіночки. Ось. Оце приклад. Хочете зробити добру справу, лучше капусту, салат, а не булки всякі білі і хліб. Люди, давайте перестанемо бути якимось туземцями і вивчимо, що треба птахам. Так, от вони тут чорні. В общем, прикол. Сидят две девочки возле обочины дороги, положили игрушки. Ну, короче, там не видно, но там две маленькие девочки лет 6-7 и продают свои игрушки. Я не знаю, куда смотрят родители или то их собственная инициатива. Ну, в общем, факт.